Короче, это двигатель 1.3 мультижет. Я рассказываю, как выставить зажигание. А тут на маховике ставится печь. Прямо возле турбины. Вот. Печь ставится вот сюда. Тут такой проем есть. Такой. Примерно вот на 10. Примерно размером 10. Печь ставится вот сюда. И потом на двух распредвалах тоже в пробке откручиваются. Вот. Такие пробки тут стоят. Вот. Такие вот. Сзади одно. И спереди. Тут такой пич. Такой специальный. Ну, я выставлял на глаз. Сейчас такие пижи взял. Тут очень удобная вещь. Вот он. Вот. Берешь. Вот зашел. Вот так вот. Закручиваете туда до конца, вот смотрите, и это на месте, и это на месте. Короче, вот такой у него принцип зажигания, такой несложный, простой, без труда выставляется.